Быстрая, ароматная, сочная и такая вкусная пицца. Но разве это не мечта? Готовится буквально 15 минут, а ваша работа будет минут на 5, не более. Вам не придется ни замешивать, ни раскатывать тесто. Начнем с того, что подготовим все ингредиенты. Помидор нарезаем тонкими кружочками. Сыр натираем на терке. Лук нарезаем тонкими полукольцами. В качестве начинки для такой быстрой пиццы вы можете использовать абсолютно любые продукты. Выбор начинки остается за вами. Теперь на противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем первый лист лаваша. Смазываем сметаной, можно не жирной. Для этого рецепта это не имеет значения. Сверху немного посыпаем натертым сыром. Накрываем вторым листом лаваша. Смазываем кетчупом или соусом для пиццы. Теперь отправляем на пиццу сырокопченую колбаску. У меня она уже нарезанная, тоненькая, как раз для пиццы. Далее выкладываем слой помидорок. Сверху выкладываем лук. Я очень люблю много лука в пицце, поэтому не жалею его. Выкладываю очень щедро. Посыпаем сыром. Выкладываем весь сыр, который остался. Вот и все. Осталось отправить пиццу в духовку, запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов. Вы только посмотрите, какая аппетитная пицца у нас получилась. Ее очень удобно разрезать на порционные кусочки и подавать к столу. Готовится все очень быстро, а результат превосходит абсолютно все ожидания. Попробуйте приготовить, а я буду ждать ваши отзывы в комментариях. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там много всего интересного. Там я с вами каждый день. Всегда можно задать вопрос и найти ответ.